как улучшить свои результаты и что нужно, чтобы войти в состав лучших из лучших по спортивному туризму. Секреты успеха знает Леонид Калиновский, который сумел трижды покорить призовой пьедестал на чемпионатах мира и один раз стать лучшим на европейском первенстве. Ты член сборной Российской Федерации. И даже уже эти слова значат, наверное, чуть ли не самым важным, да, спортивным туризмом. На встречу с чемпионом пришли тренеры и юные воспитанники школы по спортивному туризму имени Горелова. Леонид Калиновский рассказал, что в первую очередь спортсмены должны обратить внимание на физическую подготовку. Однако немаловажно развивать волевые качества воспитанников. Я, наверное, дам совет верить в себя больше всего. Терпение – одна из самых важных особенностей спортивного туризма. Хоть дистанции, хоть маршруты, на которые подразделяется спортивный туризм, в любом из этих видов деятельности нужно именно терпение. Не стоит забывать и о развитии интеллекта, отметил Леонид Калиновский. Ведь, чтобы преодолевать дистанции на соревнованиях, важна не только сила, но и точный расчет. Сам чемпион окончил МГУ имени Ломоносова. И сейчас, параллельно с занятиями спортом, трудится еще и научным сотрудником географического факультета университета. Спортивный туризм привлекал своей многогранностью, многозадачностью. Мне нравится решать сложные задачки, и в том числе и тактические, и технические. Для юных спортсменов встреча с чемпионом – это возможность узнать секреты, которые позволят им добиться новых побед, получить спортивные разряды. И когда услышал, что такое ориентирование, что это совместили бегать и находить, я сразу туда захотел. У меня планы стать кандидатом в мастера спорта. Химкинский депутат, заслуженный работник физической культуры Московской области Валентин Герасимов поблагодарил родителей за то, что обратили внимание своих детей на этот интересный вид спорта. Спасибо вам, детям, что вы занимаетесь таким прекрасным видом спорта. Я вижу здесь родителей, благодарю родителей, что именно привели вы занятия, наверное, этим спортом. Вот за каждую эту медаль, а я уверен, что они у вас появятся, стоит огромный труд. По итогу встречи юные спортсмены взяли автограф и сфотографировались с чемпионом. Но главное, ребята получили ценные советы, которые позволят им добиться лучших результатов в спортивном туризме. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.